скажите пароль? Каникуль! Всем привет, друзья! Привет. Сегодня у нас долгожданный йога-челлендж! Будем сегодня показывать трюки. Трюки с йогой. Ну что, вы готовы? Поехали! Поза номер один. Так, ты снизу. Загибай ноги, загибай руки. Папа, положи голову на пол. Так, смотри. Да. Аккуратно. Эй, я еще не залезла. Блин, это нелегко. Нет, Николь, неправильно. Ты должна так же, как папа, подогнуть коленочки. Да. Лечь и опустить ручки. Опустить ручки, как бы расслабленные, да. Все. Ну что? Поза номер два. Я, честно говоря, не знаю, как мы это сейчас будем делать. Это из разряда сверхъестественного. Ну, поехали. Давай, так. Сейчас. Смотри, там ножки чуть раздвинуты, да, и собраны стопы. Стопы вместе сведены, да, вот так вот. А ножки, да, чуть раздвинуты, вот. Вот так, коленки раздвинуты. Теперь, Николь, ты попой садишься на папины ножки. Аккуратно. Ножки ложишь ему. Папа, надо подниматься выше, выше поднимайся, чтобы она ножками могла положить тебе на плечики. Ножки на плечики. И, папа, еще растягивайся. Ой, молодцы, да, почти получилось. Молодцы. Поза номер три! Поехали! Так. Выпрямляй ноги. Это с горки надо. Держись, держись. Ножки папе на плечи. На плечи. Молодец. И поднимайся на ручках. Поднимись на ручках. Поднимись, еще, поднимись. Еще. Молодец. Еще выпрямься. Выпрямься, выпрямся. Молодец. А ну-ка, папа, отожмись. Ой! О, бля! Ища! Поза номер 4! Ой, это я не знаю, честно говоря, как это вот будет. Так, ты до этого тоже не знал. Сейчас. Да? Все. Твоя задача такая. У Николь сложнее. Класс. Угу. Давай. Давай, папа, ближе к стеночке. Ближе, ближе, ближе. Ближе, как можешь. Еще, еще, еще. Угу. Так, Николечка, ты теперь головкой, головой, давай, папе на животик. Ага. Теперь. Скрещивай ножки. Так. А папа должен тебя удержать. Ты ножки, давай, давай. Держись за ножки, за свои ножки берись. Да. Ручками, за коленочки. Берись. Только смотри, ты должна вот так сделать, Никуша, ножки. Ножки, нет, ножки. Зайка, ножки. Стопы, да, вот так. Вот так. Папа, вот, ты... вместе своди их. Сюда, поджимай к себе. Поджимай, вместе. Коленочки разведи. Вот, и собирай. Вот, вот, молодец. Больно, больно. Это вот состояние. Так, мы сейчас свою позу придумаем. Хорошо, из процесса. Ай, супер больно. Теремок. Это называется теремок. Да. Держи кошку. Я поднимаю тебя. Не смогла я. Эть. Стой. Давай сделаем эту позу уже. Давай уже сделаем. Нет. Оп. Это я там. Давай. Да, папа, ну, смотри, я делаешь! Так, подожди, а ты знаешь, как тебе надо сделать? Тебе надо вот так сделать. Ножки, смотри. Да. Вот так. И держать ручками. Смотри. Посмотри, как папа, да. Вот правда. Так, подтянуть, смотри, подтянуть вот так и держать вот здесь ручками. Ручками держи свои ножки. Ручками держи за ножки. Получается, зайчик. Ай. Ну помнишь, ты училась на голове стоять? Так на голову остановись. Ай, подожди, я все снова. Давай, давай сразу ножки закидывай. Ну. Давай.
поднимаю. Все, ты готова? Да. Отлично. Соединяй. Вот, умничка. Умница. Держи их ручками. Держи, держи. Отлично. Взяла? Ага. Вау, молодцы. Ура, молодцы. Жень, Жень. Поза номер 5. Класс. Получилось? Повыше. Повыше? Вау. Молодец, Николь. Ау. Поза номер 6. Однако. Выпрямляй ноги, ноги выпрямляй. Еще, еще. Почти получилось. Ай, а ну как-то так. Это же так на шпагате. Поза номер 7. Опа-па-па-пи-па-поп. Так. Давай. Давай. Поднимай. Нет, ты вот здесь становись. Сначала становись за мной. За мной, становись. Там поднимай ноги. Да, становись за мной. Поднимешь ноги? Да, руки. А теперь нет. Стой ровно. Просто стой ровно. Держи, держи. Держи свой сладкий кочурчик. Класс. Супер. Молодцы. Поза номер 8. Ну что? Скажите пароль. До завтра, Николь! Пока! Пока!